Обсудить волнующие вопросы, выслушать доклады, поделиться опытом. Кафедра гражданского права и процесса ЮРГУ в честь своего дня рождения провела конференцию на тему «Принцип добросовестности в гражданском праве». К нам приезжают наши коллеги из других университетов, из других городов. Можно встретиться с теми, с кем уже были знакомы с других конференций, завести новые знакомства, обсудить очень интересные и животрепещущие темы. Кафедра гражданского права и процесса уже на протяжении долгих лет сотрудничает с вузами из других городов и стран. Их представители приехали поздравить коллег. На конференции гости выступили с докладами и в честь юбилея вручили памятные подарки. У нас сложились очень дружественные, добрые отношения. Мы много сотрудничаем с вашей кафедрой гражданского права и процесса. Но наше сотрудничество заключается прежде всего вот в взаимном посещении друг друга, участии в конференциях. Мы приезжаем, наши коллеги из Перми приезжают в Челябинск, коллеги с кафедры гражданского права и процесса приезжают к нам в Пермь. Мы вместе работаем над различными научными проектами. Это и комментирование гражданского законодательства, это и подготовка совместных научных статей, совместных коллективных монографий. То есть у нас достаточно плотные давние отношения. Одним из достижений кафедры гражданского права и процесса стал выпуск монографии на тему «Проблемы приобретения права и его защиты». Ученые кафедры довольны результатом, поскольку тема актуальна и будет полезна магистрам при написании научных работ. Данная тема важна тем, что в условиях, современных условиях российской экономики, да, и правовой системы приобретение прав тесно связано с защитой. То есть, когда мы что-то приобретаем, мы хотим это сохранить. На конференции не раз была отмечена работа заведующей кафедры Галины Демидовой. Благодаря ее работе и профессионализму сотрудников, кафедра гражданского права и процесса вот уже 20 лет процветает и выпускает настоящих специалистов.